Так, вот тут болты есть. Надо сначала... Мне камера, по-моему, заморана. Секундочку. Сначала надо болты ослабить. А можно и открутить. Потом вот здесь идут болты. Так, там прокладочка аккуратненько, да, все. Снимаем глушитель. Освобождаем воздухан. Все. Мастер сказал, не обязательно снимать. Сейчас 19 или что там? 22, по-моему, должен быть. Так. Прокладочка у нас на месте стоит. На гору посмотрим. О, чистая. Глушитель обожженный. Замечательно. Стой, так ты не снимешь его. Надо тормоза зажать. Давай. Зажимаем тормоз. И пытаемся. Ох, открутил. Пошло, да? Все. Все, тормоз можно ослабить? Да. Все, оно сейчас должно сняться. Спокойно. Вот и все, как на Suzuki Serpia New снимается заднее колесо. Хуй вот еще не снимается. Нет, снимается. Все, отпало. Не отпало, а сняли. Защита мешает, да? Сейчас я посмотрим, как бы ее не нарушить. Защиту подержу ее. Во-во-во, со шлицев. Так, видим колодки в прекрасном состоянии. Все, пока на этом снятие колеса закончено.